Теперь о том, что происходит в мире. Ракетные удары вооруженных сил России по городам Украины, которые нанесли значительные разрушения в гражданских районах и привели к десяткам убитых и раненых, осудили в ООН. Там их назвали, цитата, «неприемлемой эскалацией войны». Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжарик. Отмечу, ранее президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории России, то ответ будет жестким. Напомню, утром 10 октября начались обстрелы Киева и других городов Украины. 6 человек погибли, около 50 пострадали. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш глубоко потрясен ракетными ударами России по территории Украины. Нам известно, что они привели к большим разрушениям инфраструктуры в районах проживания гражданского населения и привели к гибели и ранению десятков людей. Это представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны.